Валерия, вы на канале Чита и Чука. Кто не успел подписаться, поставить мне лайк. Прошу это сделать прямо сейчас, мы, конечно, сегодня. Потому что сегодня я вас буду опять всех удивлять. И снимать удивительное видео. Я один раз тут, на Азовском море, хотела покупаться, просила у папы там покупаться, так просила, упрашивала. Ну, я очень пожалела об этом, потому что там было волшебное меню. В одной половинке моря было столько медуз, что и 10 миллионов не насчитаешь. Там было их так много, что во всей бутылочке все было просто, я даже не знаю, как это сказать. Их было так много, так много. Ну, такие вот штуки сделали. И тут, ну, как бассейн, чтобы хоть в него. Ну и туда проходили отходы от меня. Ну, там какие-то жуки были, которые очень сильно щипали. Даже больнее, чем щипали. И, кстати, вы знаете, что такое? Такая желейка, которая очень больно жарит. Если дотронуться до ее жал, то оно будет не только печень чухаться, и останется красное пятно. Меня угодило синее. Самое-самое страшное. Очень больно кусаться синими краями. Поэтому лучше не играйте с медузами. И не надо им предлагать подружить. А то вы знаете, чем они вам ответят. Один пусть. Ничего страшного, потом пойдет. Вот 5 минут болела и все, и перестала. Я умею кататься на этих лыжах, вы представляете? Они потом покрывают. Потому что такое подходит, происходит под водой, то что потом говорит: «Подождите, я найду Ами». Боюсь, я мой ананас. Я говорю ему: там нет мой ананас, я очень хочу его скушать. Сколько гривен? Я не знаю, он упал от меня. Я там губкового встречаю под водой. Когда вот такие вот волны, как сейчас. Сейчас уже можно купаться. Сейчас очень классно. А тогда, когда нашествие медуз, не только они, а еще и комары. Очень. Так чухается, что некоторые еда крови расщипают. Очень не нравятся эти комары. Вам тоже не нравятся комары? Ну точно же. Кому же они могут нравиться? Мне они тоже не нравятся. Очень. Очень сильно. Еще хотел вам сказать всем пока!